Яркое солнце и бескрайнее море. Такой вид из окна открылся футболистам «Шерифа» ранним утром. Наша команда разместилась в одном из самых популярных отелей Ларнаки, в котором есть все для полноценного проведения сборов. После завтрака желто-черных ожидала тренировка, небольшое собрание в холле отеля и можно отправляться. Казалось бы, суббота, выходной день, но рабочие будни для футбольного клуба «Шериф» здесь, на Кипре, только начинаются. Совсем скоро команда отправится на свою первую тренировку, и очень важно не забыть необходимый инвентарь – мячи, фишки, манишки. Теперь вроде бы все готово. Осталось посмотреть, где и в каких условиях пройдет эта самая тренировка. Дорога от отеля до тренировочных полей занимает порядка 20 минут. Пока есть время, игроки обсуждают последние новости из мира футбола, а кто-то и вовсе уже готов выйти на поле. Итак, «Шериф» прибыл на место своей дислокации. Центр «Альфа Спортс» располагает целым рядом футбольных полей. Здесь созданы отличные условия, чтобы на должном уровне проводить тренировки и матчи. Зоран Вулич на нынешнем сборе не может рассчитывать на Максима Патерники. Защитник «Шерифа» восстанавливается после травмы, поэтому не в силах помочь команде. Макс Патерники остал здесь, будет работать со всем днем, будет в Турции, на посмотру врача там. Потом будет две седмицы работать со «Шериф-2». На протяжении всего сбора команда будет тренироваться в двухразовом режиме. Вот и сегодня футболисты провели два занятия. Вторая часть каждого из них носила характер двусторонок, причем иногда и на трое ворот. Общая продолжительность каждой тренировки составляет 1,5 часа. В таком режиме «Шерифу» предстоит работать еще 3 недели. Кипр – красивая страна, мы остановились в хорошем месте. Тренировочные поля, инфраструктура. Мы счастливы здесь тренироваться. Я думаю, это поможет нам в подготовке к чемпионату, и мы сможем показать хороший футбол. Первая игра у «Шерифа» состоится в понедельник, 8 февраля. В этот день тираспольчане встретятся с краснодарской «Кубанью». Владимир Хорошилов, Андрей Пасниченко, футбольный клуб «Шериф».